Самые первые балерины, которых учат у нас в лучших традициях русского балета, заканчивают второй класс. Сейчас они готовятся к основному экзамену, на котором покажут адажо, прыжки и пируэты. Выполняют наши юные танцовщицы эти элементы не хуже санкт-петербургских. Побывала на занятиях Ольга Сомкина. На уроках классики воспитанницы Академии балета всегда работают с особым усердием. Это главный предмет, основа профессии. Но в эти дни стараются до полного изнеможения. Впереди экзамены. Придет комиссия в составе ведущих солистов Приморской сцены Мариинского театра, главный балетмейстер, педагоги Академии. Юным балеринам нужно показать, чему научились к концу второго года обучения. Это постановка корпуса, постановка рук и академизм исполнения каждого движения. Потому что первые три класса балетного образования – это основа. Это самые сложные, самые трудоемкие классы. Это сложно и для детей, и для педагогов, потому что это действительно очень серьезная и ответственная работа. Потому что на базе этого строится все остальное. Академизм в исполнении в лучших традициях Вагановки закладывает педагог Татьяна Еремичева. Сама закончила академию 22 года, танцевала на сцене Михайловского театра, потом преподавала в родных стенах. Сейчас приморским детям задает высшую планку русской школы балета. Так же, как это делают педагоги в Санкт-Петербурге. Как говорит Татьяна Васильевна, к концу второго класса ее воспитанницы уже точно знают, что такое балет. Самое главное, она должна усвоить, что они должны быть умными обязательно. Балерины не могут быть неумными. Это профессия умных людей изначально. Ну, естественно, данные. И, конечно, трудолюбие, концентрация, организованность, терпение. В общем, огромный комплекс самых таких важных качеств – это все балет. На экзамене они покажут прыжки, адажио, пируэты на пальцах. 23 мая состоится это испытание у воспитанников, а уже 24-го в приморском филиале Вагановской академии балета пройдут экзамены приемные. Приглашают всех детей, кто закончил 4-й класс и мечтает о балете. Ольга Сомкина, Павел Филатов, «Панорама».